Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Вот я направляюсь по просьбе Люба геофизику. Вот со стороны Карасуа я еду. Это двухэтажные коттеджи. Это президентская дорога, которая на дачу он едет. Вот так Карасу 2, кажется, да. Вот так, короче, я направляюсь геофизику по просьбе Люба. 65-й дом она хочет. Ну, это сделаем в Лохоласе. Это геофизика. В эту сторону президентская резиденция. Она вот так выглядит. Я сейчас пешком хожу, потому что холодно. На велике замерзнешь и заболеешь. Ну, у меня нос уже давно просудился, поэтому давно не катаюсь уже. Хожу пешком, где-то 25, иногда 30, средний 25 хожу. Это геофизика. Вот так она выглядит. Эти дома уже относятся к геофизику. И вот эта контора их, мне кажется, ну я точно не знаю, я предполагаю. А правой стороны частный сектор. Это геофизика. Она вот так в данное время выглядит. В горах снег много, потому что здесь сильно было снега, в горах тем более. Это геофизика. По просьбе Люба. Вот здесь круг сделан, все игнаки едет машина из этого геофизики и оттуда с учхоза. Короче, вот такой круг. Мне надо сейчас переходить дорогу. Сюда контора их геофизиков. Вот так выглядят эти места. Вот эта дорога идет в эти геофизику Махалла. Вот так выглядит геофизика. За этим бугором президентская трасса. А это я направляюсь сюда Махаллу и 65-й дом. Это какая-то контора или пожарная или что-то такое. Здесь тоже какой-то интернет-клуб, кажется, детская. Здесь двухэтажные дома. Вот так, короче. Ялду, кажется, улица Ялду, если я правильно читал. Двухэтажные вот такие дома. Это садик по этой геофизике. Это двухэтажные дома в сторону Хумаюн массив. Вот так, короче, выглядит геофизика. Джаннат Макон. Куча. Вот эта улица Джаннат Макон. Значит, садик. Это значит 17-й автобус. 43-й, 1-й, конечно. Автобусы, значит, я направляюсь сюда, в сторону, который 65-й дом, где. Вот так, короче. А туда впереди тоже геофизика относится, он, за дорогой, который. Я, значит, сюда, по этой Махалу, через эту Махалу, 65-й дом. Там два дома есть. Я направляюсь туда. Это Бюкеляджак Кучаса. Улица Бюкеляджак. Вот, я почти подъехал к этой дому. 65-й. Вот так она, короче. Бюкеляджак улица. Вот четырехэтажный дом, который просила Люба. Это 65-й дом. За ним это 66-й дом, а за ним 65-й дом. Дети играют, футбол гоняют,
Молодцы. Вот. Это 66-й дом. Короче, два дома здесь, 65-й, вот 66-й. Они находятся вот так рядом. Я обратно вот оттуда выйду на Президентской и дальше пешком. Вот так, короче, она выглядит, 65-й дом. Снег тает конкретно, даже шумит. Справа 65-й, слева 66-й дом. Вот так, здесь тоже каждый сам себе сделал марафет. Кладки с кирпичной сделал себе красоту, короче. Вот так, он длинный, 65-й дом оказывается. Вот так, короче. Геофизика. Мырзаулыбекский район. Раньше был Кибраевский район, а сейчас стал Мырзаулыбекский. Вот так 65-й дом выглядит. Да, здесь скользко. Быть надо осторожным, чтобы не падать. Солнце светит конкретно, ярко-ярко. Ну, минус 5. Хотя. Холодно. Короче, каждый сам себе вот так сделал себе красоту. Внешний фасад, короче, дома. Каждый себе вот так сделал. Там частный сектор правой стороны, левой стороны 65-й дом. Вот двухподъездный тоже оказывается 65А. Ну, короче, вот так. Я вот за эти дома выйду туда на трассу дальше. Дорогая Люба, я думаю, ты получила свое, может быть. Здесь частный сектор тоже. За ним уже, да, вот такие дворцы строят, а так у кого-то маленькая. Ничего не сделано. Ну, может, богатые купили, построили вот такие дворцы. У них газ хороший, что ли? У меня вообще мало горит. Сидим дома, холодно. Две свитер, спортивка, шапку одеваешь. А когда спишь свитером, двойной носки. Вот так. А на улице еще по-другому. Ну, короче, за эти дома, оказывается, вот такие дворцы построены. Да, и у кого-то, может, дача была, что или дачная территория была, потому что вот такие кибитки, может быть, я не знаю. Вот, снег сильно тает, хотя минус 5, солнце яркое. Да, вот здесь дворец построен. Там дальше дворец. Построим. Ну, короче, красота здесь. Раньше здесь вот такие, значит, кибитки было. Купили, построили дворцы. Во. Вот такие, значит. Молодцы. Я иду сейчас отсюда. Ухожу на большую дорогу. Салам алейкум, Андис. Прямо туда, трассу. И иду дальше. Просто пешком хожу. Хотя бы сегодня 30 надо набрать пешком. Вот здесь тоже новое здание. Купили вот эту землю, построили кирп, это как коробка пока. Вот так. Да, вот так дворцы построили, еще строится, и вот так вот, короче. А там тот дом, который 65. Я направляюсь сюда, надо быть осторожным. Короче, стройка везде идет. Вот я почти ухожу трассу. Это поликлиника
от геофизики. Ну, это который Махалинск, вот это который. Кто здесь живет, это их поликлиника. Короче, она вот так выглядит. Вот я оттуда зашел туда, и отсюда вышел. Теперь направляюсь я в другую сторону. Это трасса президентская, которая идет на дачу и Чингильги дорога. Направляюсь в Чингильги. Вот так. Надо пешком ходить. Набрать 30 км.